superstar DJs. Here we go! Вы слушаете радио Horizon Bass Arena. И с вами Скотт Тайлер. Сегодня первый день фестиваля Horizon. Колорадо — прекрасное утро. В прогнозе на сегодня энергия, быстрые ритмы и рев моторов. Главная новость. Действующий чемпион Дарри Флинт прибывает уже сегодня. Так что, если вы в пути, поосторожнее. Церемониться он не станет. Это Horizon. Оставайтесь с нами. Через 400 метров поверните направо. Направо. Через 400 метров поверните направо. Направо. Люди, я был прав. Дарри Флинт действительно приближается к нашему фестивалю. И говорят, он уже гонит. Но это же Дарри. Эй, неважно, кто вы и на чем ездите. Гоните сюда. И друзей прихватить не забудьте. Это один из величайших фестивалей в мире. И мы зажигаем. Разумеется, вас ждет музыка. А пока у нас специальный гость с важным объявлением. Это директор фестиваля Элис Харт. Привет. Привет, Скотт. Как дела? Отлично. Чем ты нас порадуешь? Похоже, это будет выдающийся год для Horizon. Чемпионат стартует завтра утром. И я гарантирую участие в отборочных турах первым 10 машинам, которые первыми окажутся у въезда на фестиваль. О, вот это круто! Если вы пока в пути, знаете, у вас есть шанс попасть на чемпионат Horizon. Одно место занято, но осталось еще много. Залетай! А вот и второе место. Но шансы есть. Торопитесь! Если хотите успеть, то торопитесь!
У нас тут целая куча разных тачек, несущихся на фестиваль. Половина мест занята. Еще пять. Шевелитесь! Если вы хотите поучаствовать в гонках, поторопитесь! Через 400 метров держитесь левее. Через 400 метров вы прибудете в пункт назначения. Заезды. Вот наклейка пропуск, карта и пропуск на квалификации. А это чтобы быть на связи, если что. Наш автомеханик ждет тебя на осмотр. Его зовут Даг Стюарт. Найти его можно в гараже. Кстати, меня зовут Элис Харт. Добро пожаловать. Мистеру Даку не нравится моя машина. Еще бы! Смени эти модные амортизаторы на те, которые узнает любой фермер. Или ты выбываешь. Да, мистер Дак. Вы, юнцы, еще толком не знаете правила, а уже пытаетесь их обойти. Хе-хе-хе. Volkswagen Corrado 95-го. И у меня такая была. И я о ней заботился. Врубай. Зажигание барахлит. С другой стороны, эта славная машина тебя не угробит. Вот пропуск. Приходи еще. Будем модернизировать машину, чтобы не отстать от соперников. Ну, конечно, если ты пройдешь отбор. Место твоего заезда отмечено на карте. GPS поможет проложить маршрут. Поезжай и докажи, что я не зря чинил твою тачку. Раньше твоя магнитола ловила один радиоканал, но теперь к твоим услугам все три радиостанции Horizon. Наслаждайся! Фестивальных гонках, просто припаркуйся у такого трейлера. Вы прибыли в пункт назначения. Это отборочный тур Horizon. Придешь к финишу в первой тройке, получишь первую повязку. Удачи!
сложности можно отключить помощь или улучшить навыки противников. Так ты сможешь заработать больше денег. Попробуй. Первый фестивальный заезд, и сразу же победа! Желтый заезд начнется завтра. Но до этого ты успеешь поучаствовать в одном испытании. Отправляйся в Red Rock. До встречи! Это одна из зон максимальной скорости, разбросанных по всему Колорадо. Здесь замеряется скорость в заданной точке.
400 метров вы прибудете в пункт назначения. Вы прибыли в пункт назначения. Испытания призваны развлечь публику. Но в качестве стимула спонсор подкинет тебе тачку. Если победишь, согласись, тут есть за что побороться. Теперь вам с пилотом нужно пройти все контрольные точки и добраться до финиша. Напрямую тебе с самолетом не тягаться, но ты сможешь наверстать на поворотах. Обогнал самолет. Гордись, такое не каждому удается. Поздравляю с новой тачкой. Теперь понимаешь, почему так много желающих получить приглашение на испытание?
Поздравляю! Ты можешь участвовать в чемпионате. В гоночном центре ты получишь желтую повязку и инструкции. Ладно, до встречи. Я организую испытания, например, заезды на мустангах для фанатов, и приглашаю на них самых популярных гонщиков. Чтобы попасть туда, показывай как можно больше трюков. Станешь популярнее, и я тебе позвоню. Выполните безопасный разворот. Вот это дело. Покажи, что ты умеешь. Это был один из скидочных знаков. Разобьешь — сэкономишь на модификации в гараже Дака. Увы, комбо не получилось. Фаны не порадуются. Через 400 метров поверните налево. Через 400 метров держитесь правее. Правее. Через 400 метров поверните направо. Направо. Через 400 метров поверните направо. Направо. Прибыли в пункт назначения. И последний.
Это тебе не декорации для телешоу. Если мне покажется, что ты провоцируешь аварии, глазом моргнуть не успеешь, как вылетишь из чемпионата. Для тебя, Элис, что угодно. Серьезно, второго шанса я тебе не дам. Окей, окей, я понял. Обещаю не валять дурака. Клянусь. О, привет. Ты новенький. Вот, неплохо ты занял последнее место. Эта повязка означает, ты на чемпионате. Сюда приехали еще 249 гонщиков. И уж поверь мне, все 249 известнее тебя. Привет, Дарий. Можно я тебя на минутку? Если хочешь сделать карьеру гонщика, нужно уметь водить по-настоящему. Зрители приходят полюбоваться гонками. А любимцы публики, поверь, всегда востребованы. Дарий, что еще не так? Поздравляю! Желтая повязка – ключ к чемпионату. Путь к победе лежит через фестивальные заезды. Выигрывая их, ты зарабатываешь очки. Они приносят тебе повязки и приближают к титулу. Нам нужен новый чемпион. Поэтому мы выделили тебе небольшой стартовый капитал. Удачи! Гонка Рикара проходит по бездорожью. Тебе нужна полноприводная тачка. Давай купим ее на автосалоне.